Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe? You can do anything. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Всем привет, дорогие друзья, с вами Рома. Сегодня будем играть на сервере Minecraft версия 1.9.4 с офигительными модами. Итак, это Кристаллик, Скайблок, Мистери, как известно, да? Скайблок, Гардекс. Итак, ребят, давайте выбиваем починку с эфирной книги, которую мы нажимаем ПКМ, и выбиваем починку. Готово, скриньте, бам. Ну, к сожалению, починка не выпала на этот раз, но мы не отчаиваемся, будем пробовать еще. Выпала очень хорошая книга, потому что 29 шансов поломки и 22 удачи. Мне это очень сильно нравится. Вот, ребят, в общем, советую вам сделать так же, задонатить и открыть книгу. Итак, ребята, накладываем смеш на супер-пупер самую лучшую, самую дорогую в истории Кристалликса кирку. Ребят, эту кирку готов вам продать всего лишь за 5 миллиардов на Кристалликсе. Кто согласен, пишите в личку, договоримся обязательно. С личным автографом будет продана данная кирка. Итак, накладываем, да? То есть, как известно, 100% никогда не накладывается, верно? Итак, ребят, давайте накладываем теперь книгу на кирку. Итак, раз, два, три. Наложил. Че? Что, второй смеш хотите заскавить? Монстр. А как? Что это такое? Ну смотри, пут, как говорится. Так это тот, кто нам спамил. Так, ребята, решил все-таки сделать перевод в размере 500 рублей на Киви Смеша. Вот, он сказал то, что именно такие цены на книги сейчас, на редкие тома на Кристалликсе, на редкие зачарованные тома. Итак, 500 рублей переведены, осталось только открыть редкий зачарованный том. Открываем, ребят, смотрим, что же нам может выпасть из него. Бам! Ну ты офигеешь, это самая дорогая броня. То есть броня, уже спалился. Короче, как-то с 2. Как с 2, фигня, я тебя сейчас в роб, я тебя сейчас это, смеф. Ну толкаешь ему, да? А он решил, он уже выкинул в пропасть, ее больше нет. Да, конечно. Он выкинул, реально, у меня на видео есть. Итак, ребята, смеш опять решил по 500 рублей одну книгу мне продать, я денежный перевод совершил, и теперь у нас два редких зачарованных тома, и посмотрим, что выпадет с зачарованных томов смеша. Первый. Бам. Ничего не выпало. Бам. Как всегда, кактус. А что у тебя первый? Так, второй. Бам. Смеш. Смеш там не падает. Decapitation 2, 70% топор. Ой, зал. Не продавай ни в коем случае, не выкидывай. Не, надо продать, стоит. Надо продать. За сколько? 7 тысяч стоит. Тогда не продавайте, лучше поставить уж на топорик ему. Я бы хотел сказать совместными усилиями, но нет. В соло Смеш добыл экспу и защитный катализатор. Он единственный, кто работает на острове. Все остальные, как известно, ничего не делают. Давайте, ребят, будем накладывать, во-первых, защитный катализатор на Смеш, чтобы он не жестко не раздолбился. Так, это и экспу. Блин, а не хочешь ты купить порошок волшебный, чтобы прям наверняка? Или ты думаешь, 57% это типа успех? Ну, типа, ну, первую экспу бесполезно. Была бы третья. Ну, почему бесполезно прям? Нет, на первую бесполезно. Прям совсем бесполезно? Как бы толку нет. Сколько один сахарок стоит? Одна штука 27 рублей, купить за 27. 5 штук, что 19? Ну там, если оптом покупать, дешевле будет. Это я знаю, да. То есть вы хотите сказать то, что экспа сейчас наложится? Ну, есть шанс. Пробуем? Если наложится, ты не будешь мучить. Давайте, ребят. 3, 2, 1.
Ну, я пытался, но... Но успешно наложилось, буду копать, получается. Я бы не сказал, что она сильно регенится. Она прям очень редко иногда по чуть-чуть регенится. Эх, не получилось. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня будем снимать обзор на Вейдена. Итак, как же выглядит Вейден в своей среде обитания? Итак, мы видим, что обязательно здесь присутствует лайк. Также кнопка колокольчика, которая, кстати, есть под видео. Обязательно прожмите ее, также кнопку лайка. Видите, кнопка подписаться, вам тоже нужно ее прожать. Она находится под видео. Обязательно превратите красную кнопку в серую. Также Вейден есть крылья. Он умеет летать. Вы думали, это простой тигренок? Нет, ни капельки. Нет, он умеет летать. Итак, бабочка. Это была мерзкая гусеница, но она превратилась в прекрасную, нежную, большую, красивую Симбу. Бабочку. Симбу. Смотрите, надо? Ребята. Какая же красота. Красивые люди не бывают. Сколько? Не знаю. Примерно. Ну, блин, я не знаю. 1300? 400? Лямов 2, 3, 4, 5. А, не, спасибо. У меня нет. У монстра. У монстра до хрена бабла. Сколько там скину уже лет? Итак, ребята, Фростик нашему монстру, я даю ему царский флай для того, чтобы он профессионально абсолютно ставил блоки. Также бесконечную палочку ему предоставили для поставок. Давай, юзай и наслаждайся флаем. Че, как будет? Еще? Попрыгай. Давай, дай сразу. Перезайти надо? Да, 8 или 10 человек. Да, там 10, это печальник. Но с другой стороны, я перезашел за 10 минут. Поэтому ты можешь все-таки сейчас 10 минут пожертвовать, потому что вечером еще больше человек будет. Итак, ребята, сегодня у нас Хантер покупает свой собственный смеш на скайблоке вместе с книгами удачи. Итак, посмотрим, какой смеш ему выпадет. Опа. Скинь, покажу подписчикам. Скинь. Так, ребята, смотрите, 42% поломки и 30% удачи. Вот так, давай, пробуй накладывать, профессионально абсолютно. Оп. Итак, ребята, чекайте. Кирка удачи, эффективность 5, прочность 5, удача 5, экспа 1, смеш 1. И защищен катализатором, еще вот такую, такой киркой будет копать Хантер у нас. Вот так, ребят, поздравьте его в комментариях под видео. Сейчас будет open case, ты готов? Я один ящик с особым. Блоки золота, классно. Два ящика с вещами. Открывается сундук, ну так и должно быть, конечно, по идее. Это в шок, если мне сейчас не выпадет кирка удачи, это все мне не выпало, прикинь. 28 или 25 ключей. Блин, а она сразу становится не зеленой. Прикинь, 100% не наложится сейчас. Наложенца. Наложен фуру, окей. Осталось экспо наложить. Ты почему будешь? Так и есть. Давай пробуй. Готов? Да. Так. Наложу.